На очередном заседании областной избирательной комиссии региональному отделению Российской партии пенсионеров за справедливость повторно отказали в регистрации списка на выборы в Мурманскую областную думу. Напомним, ранее в избиркоме уже отказывали в регистрации списка кандидатов на основании нарушений в поданных документах. Решение было обжаловано в областном суде, и там постановили рассмотреть документы повторно. При повторном рассмотрении члены областного избиркома вновь выявили нарушения. В частности, там утверждают, что 3 подписи руководителя областного отделения партии на протоколах были поддельными. На основании этого в регистрации партии на выборы отказали. Пенсионеры за справедливость с решением не согласны. Они считают, что их не информировали о нарушениях заранее и не предоставили возможность исправить нарушения в отведенный по закону срок. Мы идем в Верховный суд, а по сегодняшнему решению мы вновь пойдем в областной суд. Я верю в справедливость, и я верю, что до 1 сентября наша политическая партия будет зарегистрирована и будет участвовать в выборах. На сегодня на выборы в Мурманскую областную думу зарегистрировано 9 партий. Это региональное отделение коммунистов России, КПРФ, ЛДПР, Единой России, партии пенсионеров России, Яблоко, Гражданской платформы Родины и Справедливой России.